Решили еще сходить днем, посмотреть на творчество ледовое. Это первое место. Называется «Ты прекрасна». Такая девушка. Прогулялись днем, даже с собаками можно прийти. Видела кокер-спаниель, и вот там идет какой-то бульдожка. Так вот елочка у нас тоже мигает, она таким синеньким цветом и подсвечивается. Я сегодня в шапке-ушанке, заплела Марии косички. Классно, народу не так много и здорово. Хорошая атмосфера. А, это шарпей, да? Шарпей здесь гуляет. Вообще хорошо, вот мы с тобой. Видишь, как? Шарпейка гуляет. И чё, я нормально? Так, мы приехали на локацию, называется завод Шпагина. Заходим. Это экспозиция 12 месяцев. По центру никто не понимает, но вот это огонь. Я так считаю. Мне напоминает. Называется... Так и называется костер. Ёлки месяцы, костер, да. Вот. Как все, я и предполагала. Я помню, да, что они там разводили 12 костер. Месяцев. Все елочки разные. Особенно мне нравятся вот эти с прикольными верхушками. Зелененькими. Лёша, найди меня! Здесь все отмечено у нас. Здесь как бы в такой старинной атмосфере. А ничего не включили днем. Огни не горят. Там продают что-то. А, это вот эти стулья. Все по-другому немножко как-то днем. Ярила. А убрали, кстати, здесь этот. Так вот, здесь убрали, было для... Убрали. Тут же была экспозиция. Да, вот она была экспозиция. Мы хотели на стульчиках посидеть. А их убрали. Здесь костюмы. Костюмы новогодние. 37 декабря. Это был стол с тронами. Ландшафтная компания Злаки. Расфоткаться с ледяным троном. Вот осталось два только трона. Вот этот вот с рябиной и второй. Что, дальше идем, не будешь? Да, идем, о чем мы приехали. Мы приехали тогда погулять. Просто гуляем, смотрим, что еще где есть интересно. Такие вот наряды. Поставили. Или они здесь были, возможно, я не знаю. Железные дровосеки. Так это бабка, мне кажется. Это же вот эта бабка, которая, наверное, стояла здесь. Нет, это другая уже экспозиция. А, это уже следующая? Там они с орудиями труда. Хорошо. Это малый театральный зал. Здесь тоже, кстати, стояли елочки. Ну, какие-то экспозиции, остатки. Но все-таки мы тогда с тобой успели. Лампочки хорошо. Еще не горят. Вот так красиво было, когда все лампочки горели. И вот это солнце, оно подсвечивалось красным. Это же солнце? Ну, я не знаю, мне показалось, да, что это солнце. Солнце красное. Да, видишь, солнце красное. Видишь,
Я понимаю художника. А здесь показывался. А или нет, в том зале, да? В следующем показывался. А смотри, там горят огоньки. Ну тут тоже прохладно достаточно. Сосулечки. Давно я, кстати, не видела. Смотри, на трубе сосульки. Так. Красота. Мы приближаемся к катку и паровозу. А вот здесь показывали такой диафильм какой-то. Вот, все горит огоньками. Ну как, только сверху. А нет, этот поезд подсвечивается. А, закрыли проход к тем лампочкам. Идет репетиция театра, оперы и балета. Вот, вот, идет репетиция. Значит, здесь что-то будет, вернись. И вот этот каток. Красивый. По кругу, и там поезд. Репетиция театра, оперы и балета. Так что будет здесь, на этой площадке, видимо, еще одна театральная перформанс-площадка. Мы не взяли коньки с собой. Да, к сожалению. Ну вообще просто. У нас время 4 часа. Вот этот вот круговой каточек. Здесь можно зайти и погреться, попить кофе, чай. Мария снимает здесь красоту. Снеговик. Мы уже везде пофоткались. Идем дальше. Забыли коньки. Ну ладно, это исправимо, еще зима пока не закончилась. Из горки хочешь спуститься? Ну, она мелкая. Раньше делали горки для взрослых, большие, на площадке, на эспланаде. Мы катались, помнишь? Я девочка Пусана. Да, я тоже вижу, что здесь очень красиво. Свадебная фотосессия проходит. Может быть, не свадебная. Смотри, куда они полезли. Вон дети лезут в монастырь у нас там. Не монастырь, в смысле, а церковь. Очень. Вот. Катаются все. Это лабиринт. Кто сегодня со мной поедет на торт? На красный бар. Кто со мной поедет? Какой красный бар? Я очень хочу съесть красный бар. Когда не успел накататься. Так, проходит репетиция. Большое такое пространство. Арт-пространство. Часовня здесь. Набережная, ротонда. Снег пошел. Это у нас художественная галерея. Площадь. Такой красивый вид. Все заснежило. Все заснежило, все в белом снегу. Наша набережная. Очень много уток. Все рядом. Недалеко. Вот эта композиция называется «Малёпка». Такие ёлочки зелененькие, везде разные узоры, где-то олени, где-то такие страшилки.
шарики светящиеся. А, да, вот эти цифры. Точно, они там. Снег в лицо. Ага. Маша вообще все завело. Мы идем к цифрам. Я люблю, как снег под ногами скрипит. Прямо этот звук я обожаю. Вот эти циферки 20-21. Я с ними хотела повидаться. Заметает все снегом. Машину заметает. Сейчас Маша будет чиститься. Расчищаем. И поедем. У меня руки не работают вообще. Давай я почищу. Работай, работай, согревай. Неправда, нужно слабового все убрать. Давай, показывай мастер-класс. Так тихо на старом компросе. Даже его как-то не украсили в этом году, только такие синенькие были. Он все заметает. Я вся в снегу. Даже ресницы, брови. Все в снегу. Это у нас такая историческая часть города. Хотя между делом настроены такие дома, гробики. Это, кстати, недавно отремонтировали. В такой обычный цвет сделали его. Это здание облицевали плиткой. Хотя кажется, что это как будто из каких-то 70-х, 80-х, не знаю. Вот. А сзади такие домики уже все обшарпанные. Почему-то все были зеленые, вся такая. На компросе сейчас то зеленый, то желтый. Сейчас уже более яркий цвет красит. Хотя есть и бледные домики. Снегом полным-полно. Красиво, зима красивая, хороший сезон года. Я рада, что у нас есть это, что мы живем там, где все сезоны есть. Хорошо выражены, ярко. Недавно было минус 40, сегодня уже минус 9, сейчас уже минус 7. Идет снег, это значит, что тепло. Ну что, командир, едем? Шапочка-ушаночка, перчатки из Канады, олимпийские.